Привет. Как вы думаете, почему мы здесь находимся? Потому что мы приехали за мясом для Джиза. Это... Я вообще в шоке. Такой курдюк первый раз вижу. Там сколько килограмм курдюка у него? А сколько в нем веса вот в этом баране? 100 килограмм? У него, по-моему, задница 20 килограмм только. Смотрите. Ничего себе. Федя, вот это барашки. Тут баран, как у тебя бык. Знаете, вот спортсмены видно по ним. Да-да, из вас будет Джиз сегодня. Ну, естественно, мы берем уже готовое мясо, но его тут же разделывают. Я так понимаю, они ждут своей очереди сейчас. А, это самец, между прочим. Вон висит наичистейшее мясо. Это молодые, Федь, бараны? Да, а еще тут? Это тоже под заказ уже? Здорово какое. Это в смысле, он ждет очереди своей, правильно? Я так понял, что да. Вот сразу. Здесь килограмм, я не знаю, 300 точно будет мясо. Так, вот еще. Федя, это молодые же бараны, да? Так. У меня бык облизал, вся рука в слюнях. Так, это куда мы сейчас пришли? Холодильник. Ничего себе. Ничего себе. Это все заберут? Вот это? Вот это объемы. Вот это мясо. Вот вам и холодильничек. Просто. Здесь тонна есть сейчас? Есть? Так, взяли мы вон ту тушку. Нам сейчас там отпилят от нее 6 килограмм. И будет сегодня Джиз наипрекраснейший. День здесь режется около 100 баранов. И на одного барана уходит 13 минут. 5 человек. Просто. Просто фильм «Пила 6». Я не могу их не показывать вам. Я не знаю, я второй раз хочу показать. Вот этого щекастого, смотрите. Он реально щекастый. Все, мы начинаем КВН. Готовит сегодня Федин дядя Хасан Акя. При наличии курдюка меньше будет использоваться масло растительного, да? Да. Мясо хорошее? Да. Мы брали в этом сегодня, где режут их. Угу. Хорошее мясо. Прям нам свежак отрезали. А да. С какого веса можно использовать Джиз? Ну, 2 килограмма можно Джиз готовить? Да, можно. Чем больше, тем лучше, да? Так. Да, да. Чем больше будет, чем лучше будет. А только мясо используется? Или можно ноги, копыта, печень, сердце? Нельзя такие вещи? Нет, нет. Только мясо? Это не блюдо, это будет узбекская бомба. После нарезки. Угу. Посолим, да? Выглядит аппетитно. Мне кажется, любое мясное блюдо, оно всегда вкусное. Не знаю, как надо приготовить мясо, чтобы его испортить. Так, оно стоять должно или нет? Пока стоит. Пока стоит, да? Пока сейчас это все разожгем. Зажгем. Так, а приправы какие нужны? Приправы только зира надо. Только зира. Больше ничего не надо. Нету зиры? Тут где-то была, по-моему. Тут был кашнич, барбарис. Черный перец. Это, наверное, нет зира. Зира?
2 столовых ложки примерно. Все, сейчас разжигаем огонь. Сколько по времени тушится? Два-три часа. Чем больше, тем лучше, да? Да. Или сильно много тоже нельзя? Да, сильно много тоже нельзя. То есть всему свое время. Масло сколько надо? Масло много не надо, чуть-чуть, да, или вы? Ну где-то здесь сколько? 300 грамм. Баранина нас... там жирная будет, да, баранина, мясо. Угу. Там еще думбаяс. Ну, я понял, из-за курдюка масла мало. Огонь вот такой вот. Средненький. Повыше? Чуть-чуть. Пошел первый дымок. Масло нагрелось. Первым идет курдюк. Это курдюк надо чуть-чуть выпарить, да? Да. Прям запах курдюка сильный пошел. Чтобы он отдал жир. Да, да. А он останется курдюк или его уберут потом? Останется. Так, все помешали. Все, воды ни капли не добавляется, да? Пока не надо. А надо будет потом? Да, потом надо будет. Да. Чуть-чуть, да? Да. Все. А так это на сколько сейчас накрыли по времени примерно? Минут на... Минут 20, да? Пока не трогаем. Так, огонь у нас такой. Сегодня был здесь, как сказать, девичник, поэтому много женщин. И все разъезжаются сейчас. У Фединой мамы день рождения, поэтому были приглашены женщины. А тут мы со своей съемкой. Так как у нас таз неплотно прилегает, то есть происходит испарение. Поэтому было принято решение взять марлю. И пахта это или марля? Пахта это вата, марля. Да? Марля. Марля. Как раз одновременно. То есть вот эту щель закроют марлей, чтобы все, что поднималось, тут же и опускалось. Да. Что ты говоришь? Что у нас сегодня готовится, как вы думаете? Принцип вам понятен. Закрывается щель. Хорошо вообще казан с крышкой, да? Хотя я мало где... Дымно вышло. Мало где вижу крышки. Постоянно какие-то тазы, какие-то приспособления везде. Каждые полчаса туда заглядываем и смотрим, что там происходит. Горит, не горит. Наблюдаем за процессом. Пока мы с вами готовим, Федя что делает? Так,
Еще прошло 25 минут. Еще раз. Смотрим, мешаем. Вот уже чувствуется, что там влага. Так, открывать нужно аккуратно, чтобы не ошпариться. Сок, собственный сок. Нормально, да, все? Процесс идет. Еще 25 минут, да? Вот так чувара выглядит. Нет, чувара. Это чучвара жареная. А вот это? Сам-сама маленькая. Да, это на праздники делал такие? Да. Вот сколько раз замечал на свадьбах, на свадебные столы вот такие маленькие самсушки. В духовке ее пекут, правильно? Потому что вкусная она. Маленькая, но вкусненькая. Так что самса маленькой тоже бывает. Самый такой долгий, наверное, рецепт, который я помню. Вот это. Даже тандыргуш быстрее был. Так. Сильный пар. Тихий огонь. Мясо уменьшается в объемах. Много еще сока. Даже воды добавлять не надо, да? Или надо будет потом? Надо потом. Он будет выпариваться пока. В своем соку. Вот уже запах джиза идет. Вот когда его подают в кафешках джиз, вот прям один в один запах. Так как у нас крышка все равно пропускает, поэтому водички придется добавлять. Здесь где-то стакана полтора. Нарезали мелко лука. И вот он, этот драгоценный момент. Сейчас будет вскрываться наш казан. Мясо готово. А еще к этому мясу советуют всегда, ну, какой-нибудь не кук-чой, а белый чой использовать. Блюдо очень сытное. И блюдо считается мужским, потому что в нем много калорий. Ну, пахнет как джиз, однозначно. Где-то 2,5 часа прошло. Смотрите, смотрите. Нежнейшее мясо. Косточки. Ну, косточка вот-вот готова вылететь прям. Это бульончик обязательно, да? А, чуть-чуть. Это жир или еще сок там? Сок там еще. И жир, да? Сок, да, и жир. Все вместе. Угу. Но это блюдо есть надо быстро, потому что оно застывает прям на тарелке. К мясу обязательно подается лучок. Тут, видите, фотосессия еще идет у нас. Мелко лук нарезается и посыпается. Он без укса, с уксом. Без укса. Без укса просто. Общее надо сыпать или... Как? Давайте вот для красоты вот так. Ага. Вообще красотища какая. Вот она красота. Федя. Алишер. Так, я даже не знаю, какой кусок мне схватить. Косточку? Какой прям нежнейший взять? Жирный? Нет, нежнейший. Жирный тут уже... Давайте вот это вот возьму и все. Вот. Вот это? Там не захлебнитесь, главное. Какой надо? На вот. Да, это джиз, это бомба просто. Это не блюдо, это бомба. Это, можно сказать, даже вкуснее, чем шашлык, да, кусковой? Угу, да. Вот это вкуснее, 100%.
тоненькие косточки. Можно даже есть. Всем советую. Кто любит мясо, кто едет в Узбекистан, думаю, вам не мешало бы попробовать это блюдо. Оно того стоит. Всем большое спасибо Феде, этому дому, всем, кто принимал участие. И большое спасибо повару, который приготовил нам столь замечательное и вкусное блюдо. Всем пока!